повисли. Убирают? Я вижу, они стоят. Ого, орут. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Черный Гад, Стаканчик, Фонтан, Нига, IP, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Все ждали давно, чтобы мы сняли каких-то классных монстров в Гаррис моде. Сегодня у нас очень классная рубрика «Какой монстр самый крутой?». Будем не просто делать на них обзор, а еще должны будем их каждого замочить. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор монстров Сленд. Дитюбилис 2. Извините, если не так прочитал, но как есть. Погнали. Первый у нас Дипси Чейнсау. Этот челик просто смешно бегает. И вот так вот мочит. Эй, не попади уже по ним. Косожопы, что ли? На, по башке. А ну-ка, пусть меня убьет. А ну, убей меня. Вот это накидываю, просто накидываю. Не убил? А ну иди сюда. Ого. Это было красиво в голову. Но это обстоятельства, так бывает. Ну умри ты, падла. Не хочешь? Дипси лайк. Эй, псих какой-то. Похоже на телепузиков. Но это он и есть, но какие-то стрёмные. Он так машет ногами и руками, но еле бежит. Это очень странно. А ну запили его. Сможешь запилить? Ого, он тебя ногой затоптал. Ха-ха, нормальный псих. Давай, давай, мочи его. Странный он, странный. Сейчас я зарежу свой миниган. Да, этот миниган, чувствую, будет нагибать сегодня всех. Следующий, Лала. Так и зовут. Ого, он кричит. Ого, псих, успокойся, эй. А ну замочи меня. Нормальный. Посмотрим, как он пацанов мочит. У нас есть камера приближающая. Так, побежал, побежал. Так прикольно, руками машет. Давайте все-таки возьмем снайперку. У нас есть классные снайперки. Вот. Это очень мощное. Попробуем вынести им. Не так уж и просто вынести его. Да, пацаны, сложновато. Ну-ка. Слышь, сдохни, сколько у тебя жизней? Вообще неадекватный. Эй, я сейчас опять возьму свой нормальный миниган. Вот, все-таки он меня заставил это сделать. Только я направил сразу за мочейшем. Следующий по. Опа, пошел, пошел. Это крабик. Это крабиком можно назвать. Крабик? На тебя порезал, прикольно он режет. Кстати, кто не знает, ребята, в них можно вселяться. Я успел, я успел. А ну-ка, давайте я буду сегодня боссом. Чуть-чуть побега. Замочите меня. Какая-то анимация у него странная. Эй, я просто стоял как лох. Хорошо, следующий у нас. Рик Астли. Воу! А, музыка просто... Извини, чувак, кто так еще разок... Как щенка просто. Давайте тупо побросаем. Скинь туби. Ого, крик. Ты что, ненормальный, что ли, психопат? Я его расставлю этот, в коллекцию, потому что реально круто смотрится. Эй, еще покричи. Прикольно орет. Псих какой-то. Мочи, мочи, мочи его. Ну-ка, попробую его замочить. Ой-ой-ой, Чехов красава. Ого, у нас следующий. Я так понимаю, что это какой-то кабан здоровый, танк. Ого, я тебя боюсь, отвали. Это Халк какой-то. Это Халк недоделок. Ого, у него мышцы, да, какие горы мы. Шц. Да, еще тебе одного. А че он ни о чем? Да вообще какой-то конченый. Тинки-винки классикс.
Ого. Давай, 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 давай. Эй, ты быстрый очень. Кстати, он разгоняется и разгоняется. Все быстрее и быстрее. А ну, как он будет пацана мочить? Ого, еще одного убил. Может, он бессмертный? Не, он смертный. Просто надо больше пульс садить. У него намного больше хп, чем маленький. У обычных, да? Эй, отвалить, я боюсь! Вообще псих. Нагибайте его. Какая отвратительная рожа. Ставьте лайк, всем подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать очень веселый режим, который вам нравится, поднимать вам настроение. Красавчик Фонтан, молодец. Так, и последний Тинки Винки Туби Крафт. Ого. Это Майнкрафт. Это с Майнкрафта, да? Вот это самая рожа. Вот это жесть какая-то. Это та самая рожа. Это какой-то инопланетянин. Тогда неадекватный. Сейчас мы его убьем, я поставлю всех монстров, и там уже будем смотреть, кто из вас самый сильный. Это инопланетянин какой. Ой, я знал, что... А, попробуй перепрыгнуть. А, ого, Спайдермен даже не смог. Не под силам никому. Убивайте, убивайте его. Сможете, не? Замочите, замочите его. Блин, перезаряд. Так ты смотри, мочит всех, а? Вообще жесть. Какой-то неубиваемый, что ли? А ты чем бессмертный? Да у него миллион... Надо нормально просто попадать. Иди сюда. Да. Есть. Красава. Ты говорил, видишь? А ты говорил, видишь. Так, теперь у нас будет все монстры разом. Но сначала хочу поставить вот этих больших, они реально круто смотрятся. Ну что, толпа бешеных монстров. Ого, все, лимит. Вот это жесть, сколько они их. Читеры. Они проходят, а что они читеры? Нормально ходят они. Они лучше не проходят, могут заходить даже. Смотрите, как мы их будем сейчас нагибать всех. Ого, он ко мне идет. Слышь, не иди ко мне. Давай, давай, давай. Попадаю четко, прям по голове и по спине. Так, у нас есть какая-то оружка, по-любому лучше. Ого, это было больно. Он меня в землю вмял просто. Отвали, отвали. Ого, не кулачище, вы видите? У них аж вены на руках торчат. Там дым, там дым. Так, давайте мы еще добавим парочку таких. Бензопилами. Они будут между собой воевать, мне интересно или нет? Так, этот музыкальный Феликс. Ого, что творится? И туда побежали, и туда побежали. Ого, аж подлагало у меня. Это что, в резерве стоят, не хотят? Я взорву себя. Че, пацаны, получается? Идет, идет ко мне, я спрыгну. Последний момент. Ой, оно тоже спрыгивает. Ого, пацаны. Попробуем в воду убежать. Может, все-таки в воде есть у меня как-то какой-то шанс выжить. Смотрите, смотрите, под воду все. Под воду, под воду. Я слышу, как они руками машут, чтобы меня ударить. Не, пацаны, я боюсь вас. Поплывем сюда. Они прям подо мной? Ой, блин, жизни мне не будет. Че, вы живые или вас убивают и убивают? Я живой, я этот, в воде. Он меня догоняет, блин. Так, давайте попробуем сначала взорвать маленькие бомбочки. Так, у нас есть СЦ-100. Я в небе нарисовал крест из бомб. Ай, слабые, слабые, очень слабые. Ладно, давайте сразу не будем мелочиться. Вот таких сюда, вот таких. И теперь у нас кто из монстров самый живучий? Проверяем. Ну, мы уже знаем, кто самый живучий. Это вот эти из Роблокса. Ух ты. Они еще орут? Да, вот они. И только они выжили. Нифига себе, их сколько еще осталось. Нормально так. Так, ну что, давайте тогда последнее посмотрим, насколько они способны, насколько они живучие. Ставим.
Самый живучих ставлю. Сейчас мы взорвем ядерную бомбу. Ого, они орут. Ну вас к чертям. Какие-то неадекватные. Будто они поют. Тогда. Бегут, бегут ко мне. Да отвалите, я их боюсь. Че, пацаны, они вас убивают? Убивают, я вижу. А, смотри, они еще, они тупые, они не могут прыгать. Могут. Вот, давайте вот это взорвем. Самый слабый в этой игре. Они зависли. Убирают? Я вижу, они стоят. Ого, орут. Вы че? Вообще неадекватные, что ли? Хорошо, это единственная бомба, которая убивает всех. Ого, что творится? С неба летят ядерные какие-то взрывы. Все взрывается. Ого. Они не умираем. Я буду под водой. Ё-моё. О, наконец-то они умерли. Убили? А чё они так кричат? Я слышу, они живые. Еще неадекватные, что ли? А, тут еще есть. Убил? Вот они. Я бегу, пацаны. Вот это крики. Аж как будто нагнетают страх своими криками. Вот они. Они вот тут спрятались. Ты че? Ныкаешься? Сейчас, пацаны. Сейчас оружие. М9К. Сейчас, стойте. Я прям сейчас в них и жахну. Отлетаем на безопасное расстояние, которого не существует. Щетка! А что такое, не? О, я выжил. Убила их? Нет, еще разок. Нет. Мне кажется, о, вот что их возьмет. Так пусть всем там и стоят. А ну на, попей. А ну вот так вот. Гранаты должны красные, по-любому их убивать. О, убило, смотрите. Вот что их убивает, красная граната. Стоят. Мега взрыв не убивает, ядерная бомба, а граната кислотно убивает. И я, друзья, то, что, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.